Несчастный Бобик потерял покой и сон, трёт мохнатой лапкой лобик, но понять не может он, что такое А, что такое Э, что такое Ро, Би, А. Он хотел спросить у зайчика, не догнать его никак. Он спросил у попугайчика, тот сказал: попка дурак. Как же быть, несчастный Бобик потерял покой и сон, трёт мохнатой лапкой лобик, но понять не может он, что такое А, что такое Э, что такое Ро, Би, А. Пожалели дети Бобика из квартиры номер 5, что такое аэробика, помогли понять. И теперь счастливый Бобик вновь обрел покой и сон, и не трет он лапкой лобик, потому что знает он, и что такое А, знает, знает, и что такое Э, знает, знает, и что такое Ро, Би, А, и что такое А, знает, знает, и что такое Э, знает, знает, и что такое Попрошу встать на передние лапы. Начали вращение хвостом.